Движение под градусом с выездом на встречку. В селе Подстёпки Ставропольского района задержали нетрезвого водителя. Приора периодически выезжала на полосу встречного движения, что вызвало подозрение активиста ночного патруля. Информацию тут же передали в ГИБДД. После непродолжительной погони автомобиль удалось остановить. Водитель, 39-летняя женщина с самыми характерными признаками алкогольного опьянения. От медицинского освидетельствования автолези отказалась. Кроме того, у нее отсутствовал полис ОСАГО и свидетельство о регистрации транспортного средства. Автомобиль поставили на спецстоянку. В отношении водителя составили административный протокол. Вы на месте будете дышать? Да, я все отдыхнула уже, все, все. Нет, вы сейчас будете дышать? Все, я отдыхаю. Отдыхаете? Да, все.